Всем привет! Сегодня хочу показать две монетки. Первая монетка — это Великобритания, 2 шиллинга. Так, вот так, 2 шиллинга. Либо по-другому 1 флорин 1944 года. Период правления короля Георга VI, 1937 год. 1952. Собственно, вот и сам король. Так, это серебро 500-й пробы. Вес монеты составляет 11,31 грамм. Диаметр 28,4 миллиметра. Регулярный выпуск. Так, второй монеткой хочу показать. Португалия, 500 эскуда, 1999 года. Это юбилейная монетка, посвященная возврату Макао под юрисдикцию Китая. Период Португальская Республика, 1986-2001 год. Это серебро 500-й пробы. Вес монеты составляет 14 грамм, диаметр 30 миллиметров. Также есть посвященные этому юбилею, не юбилею, скажем так, посвященному возврату Макао, есть много других стран, которые выпустили тоже монеты. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим пальцы вверх, комментируем. Всем пока.